Привет, у микрофона КС, и сегодня речь пойдет о том, как скачать музыку ВКонтакте на ваш iPhone, а затем слушать ее в офлайн. Многие способы, о которых вам рассказывали другие авторы, оказались нерабочими. Где-то приложение удаляли, где-то сайт блокировали, а где-то вообще приложение не скачивалось. Но способ, о котором я вам сегодня повествую, работает уже более года, и надеюсь, что еще столько же будет работать. Для начала мы должны скачать приложение в App Store под названием Documents 5. На случай возникновения у вас проблем с поиском, я оставил ссылку в описании. Переходим в приложение и нажимаем на последнюю нижнюю вкладку «Браузер». В поисковой строке пишем vk.com и переходим в вашу учетную запись. За свои данные можете не волноваться. Далее заходим на сайт kisvk.com. Если у вас зависла страница, то напишите еще раз название сайта. После входа разрешаем доступ к своей странице. Если у вас ограничен доступ к аудиозаписям, то откройте их, так чтобы они были доступны всем пользователям. И после всех ранее проделанных манипуляций, у вас высветится перечень с вашими аудиозаписями. И скачайте то, что вы хотите. И наконец, финальный штрих. Переходите из вкладки браузера на главную страницу приложения и переходите во вкладку загрузки. Ждете некоторое время. Ура! Теперь мы можем слушать наши аудиозаписи без интернета. Также смотри мой плейлист про музыку для iPhone. Там я тебе расскажу об еще одном способе про скачку музыку ВК для iPhone, а также о том, как скачивать музыку на твой айфончик без ПК и джейлбрейка. Также посмотри мое видео о том, как сделать игру на твоем айфоне без навыков программирования. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и удачи!